Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года. Матч стадии 1/8 раунда плей-офф чемпионата мира, и встречаются команды Англия против сборной Сенегала. Итак, обязательно, во-первых, пишите в комментариях ваш прогноз на эту игру, интересно будет потом почитать и сверить результаты. Что же, давайте вспомним, как эти сборные закончили для себя групповую стадию чемпионата мира. Сборная Англии заняла первое место в группе Б, набрав 7 очков и выйдя в раунд плей-офф с первого места. Со второй из этой группы вышла сборная США, которая вот уже вылетела с чемпионата мира, проиграв сборной Голландии. Как раз про сборную Голландии, она из группы А вышла с первого места, а вот сборная Сенегала со второго, набрав 6 очков, благодаря чему теперь вот они играют вместе со сборной Англии на стадии 1/8. Были опасные моменты, как и у сборной Сенегала, так и у сборной Англии в первом тайме, но на табло у нас нули. У нас в сборной Сенегала есть Садио Мане, в реальном матче его, естественно, не будет. Но, как мы видим, и без Садио Мане, но, скорее всего, ради него, они сплотились вокруг этой цели, что вот, стали мы обладателями Кубка Африканских Наций, и теперь надо победить Садио Мане. Без Садио Мане, чего бы нам этого не стоило. И как мы видим, Сенегал с Англией в основное время сыграли в ничью, и вот серия после матчевых пенальти, Англия не реализовала свой первый удар, но вот Сенегал продолжает поражать ворота сборной Англии точно. Как мы помним, по последним матчам сборной Англии плоховато. Они подготовились к серии пенальти, проиграли чемпионат Европы в финале итальянцам. Вот, молодые игроки не зарешали, но зато здесь пока что Букайо Сака свой удар забил. Но мы смотрим моменты уже промаха и неточного удара, можно так больше, лучше даже сказать, Минди. И вот он промахнулся, пробил, решил он паненкой, Пикфорд прочитал. Ну и вот сейчас к мячу уже подходит Гуйе. Удар, но здесь просто без шансов. 4-4 после 5 ударов, теперь до промаха. Хендерсон отлично здесь развел Эдуара Минди. И к мячу подходит Бала Туре против Пикфорда. Интересно, конечно, здесь все на грани. Удар и гол. Снова сравнивает сборная Сенегала. Кайл Уолкер подходит к мячу. Удар и снова без шансов. Не угадывает пока что голкипер сборной Сенегала Эдуард Менди то, куда будут бить игроки сборной Англии. К мячу подходит Сар. Удар и снова ничья. И снова до промаха Джуд Беллингем. Ну, снова разводят голкипера сборной Сенегала. Сабали подходит к мячу. На него все взгляды болельщиков с трибун. Удар и все. Пикфорд выручает сборную Англии и выводит, ну можно сказать, выводит в четвертьфинал, где они уже встретятся с победителем пары, если я не ошибаюсь, Франция-Польша. Поэтому здесь все замечательно. Поздравляем англичан. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.